Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу фермер 3х5 с формугами на бетонный фундамент. Только у нас на брусе. Брус на фундамент, на бетон. И вот так будем собирать. Все, приготовились. Начинаем. Продолжается монтаж. Собрали брус полностью. Приготовили для крепления бетонному основанию, обшили торцы. Ну, все по ходу фрамуги, двери, перекрытие. Закончили монтаж теплицы фермер 3 метра в ширину, в длину 5 метров. Конструкция сварена с профильной оцинкованной трубы 20х20. Там дополнительные усилители еще, арки в виде фермы, значит, полимерно-порошковым способом окрас, коричневый цвет по каталогу Урал 8017, фундамент брус 100x100 пропитан антисептиком, плюс установлено бетонное основание клиента, закреплен пластинами к нему, поликарбонат 0,8 плотности, 4 мм толщина. Соты поликарбоната защищены перфолентой торцевым профилем. На торцах отливы внизу. Уплотнительная резинка. Отливчик над дверью. Значит, здесь цельная дверь. Дверь с форточкой. Дальний торец тоже дверь с форточкой, но с автоматическим проветриванием на термоприводе. Также в теплице стоит боковая формуга ручного управления. Коньковая формуга тоже с автоматическим проветриванием на термоприводах. Четыре нитки системы подвязки. Укосины диагональные, как обычно, по традиции. И грядки. Три штуки по 500 по краям, ширину, на всю длину теплицы, и по центру 800 ширина. Грядки в цвет теплицы, коричневый цвет. Фермер выполнен с арками усиленной жесткости двойной фермы, плюс дополнительный клиент заказал еще усилители. Как выяснилось, чтобы подвешивать цветы. Все четко, мощно, надежно, практично. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте комментарии. Всем пока.